Где это я? Профессор Фиджеральд, вы слышите меня? Я здесь, в этом месте. Ты можешь называть меня Нимф. Твоему взору предстанет старая легенда, но будь внимательнее. Порой что-то может быть не тем, чем кажется. Поспеши. Здесь, как и в жизни, смерть может принимать разный облик. Во что бы ты ни стала, избегай ее. Бежать, пока можно было. Я бы уже был на свободе. Ушли. Но могут вернуться. Нужно выбираться отсюда. Куда же запропастилась эта Нимф? Нужно точно рассчитать время. Пока путь свободен, нужно идти дальше. Нимф должна быть где-то здесь. Нужно точно рассчитать время. Ясно. Лестница прямо передо мной. Если я поднимусь по ней, они не найдут меня? Вот мой шанс. Нимф, я уже близко. Их слишком много. Нужно перейти эту дорогу как можно быстрее. Вот куда мне нужно. Но надо придумать, как пройти мимо них. Здесь никого, а только опасность на каждом шагу. Должен же быть другой путь, чтобы найти вас. Нужно возвращаться. Так мимо них не пройти. Похоже, единственный... Заперто. Другой дороги нет, только вперед.
Это мой шанс. Здесь можно пройти. Разве это возможно? Совсем не видит. Можно подобраться поближе. Ну, наконец-то. Путь свободен. Милф. Ну и где же вы? Тебе удается обмануть смерть, но меня ты еще не нашла. Ищи дальше. Но знай, на этот раз ты не сможешь спрятаться. Возьми эту волшебную палочку, но не трать ее необычайную силу попусту. Никогда не чувствовала такой силы. Thank you.
наверное, для меня. Еще не окончен. Оставь скорбящих и иди дальше. Все не то, чем кажется. Ее нет. О, бедная Ниоф. Без нее все уже будет не так. Вы нашли меня. Но то, что произошло, вам изменить не под силу. Магия камня способна призвать только лишь мою тень. Однако нет света без тени, как и тени без света. Тьму не всегда нужно истреблять. Даже если ты можешь это сделать. Помни об этом, когда будешь в моих воспоминаниях. Исидора, то, что ты сделала для отца, удивительно. Вот именно. О нитях чувств или следах этой магии Персиваль может не беспокоиться. Я наконец-то придумала, как удержать их. И как же? Гоблинское серебро. Ты обсуждала это с гоблином? Да он не знает, что именно мы хотим удерживать. Мы ведь даже не знаем, каким эффектом обладают эти эмоции, эти следы темной магии. Говорите, как Персиваль. Главное, что я знаю, это источник концентрации и силы. Удивительно, что они усиливают мои способности и магию. Я не понимаю, Исидора. Мы обуздаем эту силу. С такой силой лучше не шутить. Попав не в те руки, она... Вы же видели, я спасла отца. Нев, представьте, сколько добра мы сделаем. Ведь каждый человек испытывает боль. Вдохните. Чувствуете? Исидора? Надо прекращать. Ясно тебе? Вы все скрывали эту силу столько лет, потому что боялись. А я готова ее принять.